Всем доброе утро. У нас время утра. И сегодня по колено снега. Даже не по колено, а по пояс. Я сегодня провалилась вообще по пояс. Замело все. Я сейчас чищу снег. Сейчас покажу вам, что у нас на улице творится. Видите, вот я чищу снег. Вообще все замело. Сейчас попробую пройтись по снегу. Видите, что, как мы пробирались сегодня. Хотя я вчера в 11 часов ночи чистила. Вообще все, смотрите, все замело. Метель у нас вообще офигительная. Сильно очень метет. Поэтому чистим дорожки. Почистила более-менее дорожку все до дороги. Сейчас надо вот здесь, вот видите, сколько намело. Вычищать, чтобы дровяник пройти. Потом дальше. Надо прочистить на кухне ход и к бане. Уже целый час вычищаю, устала немного. Ну ничего. Прорвемся. Вот такие вот у нас сугробы. Если кому надо снег, приезжайте, забирайте хоть бесплатно. Надоел уже этот снег. Быстрее бы уже весна пришла. Всем добрый день, дорогие друзья. Так, попробую как-то камеру вот так вот. Потому что что-то мне не нравится, как она стоит. Ну, в целом вот так вот, ладно. Пускай будет так. Нет. Немножко как-то не так. Привыкают ребята к штативу, вот честное слово. Вот теперь ровно вроде бы. Я сходила в магазин, сегодня дети опять просят сырники, поэтому я достала масло и творог для сырников. Сочный, то есть просто не, да? Сочный испечь, а не сырники. Все, запуталась. И взяла еще 20 яиц, потому что яички у нас просто в лед улетели. Ну и так, еще по мелочку я что закупила. Сейчас покажу в общей сложности, что взяла. В один магазин зашла, потом в другой магазин зашла. Взяла 4 литра молока. Что-то сначала 1 литр взяла, потом зашла в другой магазин. Думаю, блин, так что это 1 литр? Сейчас тесто поставлю, все поставлю, и молоко закончится. Поэтому 4 литра молока взяла. Так, 4 литра. Дальше. Тут у меня посылка с Китая пришла. Мы сейчас ее распакуем с вами. Зашла в магазин. Ой, на почте взяла семена моркови на Самсон на ленте. Вот такая вот. И нанская четвертая. Гранулят. Это, конечно, мало. Надо еще покупать, но пока так. И 2 каравая. И все, да? Так, тут-то все. Сейчас покажу, что еще взяла. И взяла еще майонез. И сегодня нам пришла посылка еще от Яны из Московской области, за что ей огромное спасибо. Будем ее вместе с детьми распечатать. Ну, а я сейчас вместе с вами распечатаю вот эту китайскую посылку. Какая-то посылка такая странная. Посылка, а в ней еще несколько посылок. Ладно, не суть до дела, будем дальше открывать. А, тут баночки пришли, которые заказывали. Тут пришли в общей сложности вот такие баночки. Это для, по-моему, для красок. Это у меня женщина заказывала. Она, по-моему, художник, как я помню. И вот баночки ей пришли. И еще вот такая вот посылочка. А, все, поняла. Здесь, ребята, новогодние игрушки алмазные делать. У меня дети просили, давно хотели такие, потому что на ютубе видят, что показывают, и просили. Я им заказала попробовать. Ну, новогодние игрушки, короче говоря, делать. Они односторонние, по-моему. Потом сделаем обзор на канале Влог Рукодельницы и покажем. Вот такие вот посылки, вот такая вот покупочка. Ну, ладно. Давай. У Кати сломалась точилка. У нас есть вот такая вот точилка, и она не работает. Нет, не работает. Видимо, опять сломали. Ладно, сейчас разберу точилку и посмотрю, починю, попробую. Ну, а вы оставайтесь с нами. Скоро мы с вами еще увидимся. Я, ребята, собираюсь в садик. Вот недавно, да, вроде... Утром было мело сильно, но и сейчас ветер сильно есть, но тает начал. Видите, все капает. Видите, капает все. Тает весь снег, тает. Тут все тает, снег надо вычищать.
Вообще классно. На улице-то хорошо, тепло, но ветер очень сильно холодный. Просто ужас. А так вообще хорошо. Все, сегодня, видите, здесь вычистили, все там вот. Почти прочистили уже. До конца опять не дочистила, потому что Ванька заплакал, я ушла. Ладно, идем в садик. Помахай привет. Привет. Стоим, ждем подругу у меня. Зашли в магазин, купили гардину вот такого вот цвета. Она получится, да. 301 рубль. Ну и там мужу паяльник взяла. Да? Угу. На 23 февраля папе подарим паяльник. То у него Ивон сгорел. Да? Какой паяльник? Ну, это вот этот инструмент для папы. Будет он ваши игрушки паять, которые не работают. А у вас их много, да, Оксана? Ветер какой, не замерзла еще? Нет. Не замерзла? Это жалко. Жарко? Да. Какой? Это жарко. Ты че? На улице смотри, как холодно, какой ветер сильный. И гололед, смотри, какой гололед. Вон что, скользко, да, Окся? Ладно, ждем Аню. Мне гардину, я хотела темную взять, но потом Окси спросила, говорю, какая тебе Окси нравится. Окси эту выбрала, да, Оксана? Угу. Так что святую. Будем привешать ее. Приделаем. Всем привет, дорогие друзья. Помахайте привет. У нас пришла посылка от подписчиков. И сегодня будут распаковывать ее дети. Все по одному. Начнем с Ванечки, такой он маленький. Доставай, Ваня, одну вещь какую-нибудь. Доставай. Тяни. Тяни, 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 тяни. Ну, помоги ему. Не надо открывать полностью. Вот так вот. Открывайте, показывайте, что там. Свет открывай, давай. Ну, не тяни время. Доставай, давай маме. Давай маме. Показывай. Тут нутелла маленькая. Мы, кстати, такую еще ни разу не пробовали. Спасибо большое. И вот такие вот печеньки. Мы уже такие пробовали, да, Света? И еще опять такие же. Дальше. Да, все по очереди. Мы так решили, что будем вытягивать. Что там? О, бантики всякие разные. Смотрите, ребята, всякие-всякие разные. Резиночка, да, вон такая красота. Ну, красивые. А, ну-ка, покажи, Оксана. Это вот, вот такая вот, да. Спасибо огромное. Так, дальше маленькие потянут. Оксана тянет. Сейчас она будет. Открывай пакетик. Вы довольны? Да. Детки болеют. Давай, показывай. Фрутелла. Такие медвежатки. Давай я сюда. Да, вот такую мы еще не ели. У нас наподобие была, но не такая. Давай шоколадки показывай сюда. Оксана, подавай мне. Да. Вот такие вот две шоколадочки. Спасибо огромное. Да. Вот такая вот шоколадка. И вот там... Подожди. Подожди. И там вот целая куча конфеток разных. Мариночка, теперь давай ты тяни ручку туда. Ну, бери быстрее, не смотрим. Бегом берем и все. Вот так. Мариша теперь распечатывает. Что это такое, Марина? Давай маме посмотреть. Так, это конфетки, ребята, вот такие вот клубничные. Слушайте, вам тут надолго конфет хватит. И вот конфеты вот такие вот классные. А вот это, кстати, пакеты, мне кажется, для заморозки киевские. Вообще классные. Я потом их буду использовать. Да. И опять конфетки. Ну и последнее, что там, доставай. А нет, там не последнее. Там печеньки. И тут, наверное, письмо. Ой, тут от... Так, подожди. Это открытка с киской вязальной. Спасибо большое. Вот еще одна открыточка. Спасибо большое. Все, ребят, больше там ничего нету. Вот такая вот посылка. Да. Спасибо большое. Скажите спасибо. Спасибо. Да, ребятки довольные. Сейчас будете кушать, будете пить. Открытки я приберу, потому что открытки я коллекционировать буду. Спасибо большое. Да.
Ну-ка, покажи. Так, это Марина. Света уже открыла. Вот такая вот она. Ну, сейчас откроете. Вот такая вот была посылка. Спасибо вам огромное, дети. Довольные дети. Кушать уже собираются, да? Спасибо большое. Им тут надолго хватит. И резиночки все красивые. И напишите, пожалуйста, вот эти пакетики. Я так поняла, что это для заморозки. Икеевские. Тут всего два. Вот такая вот посылка. Ставьте лайк. Да? И подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Махайте пока.